Быстрые, смелые, дерзкие. Они блестяще выполняют самые сложные задачи. Специалисты отряда спецназначения УФСИН отвечают за безопасность на территории колоний, тюрем и изоляторов. А если понадобится, плечом к плечу встанут на подавление бунта, выполняя задания, обнаружат и особо опасных преступников. Работа отважных парней ответственная, но они всегда находят время рассказать, показать, воспитать своим примером растущее поколение мальчишек. Сегодня у них в гостях кадеты из Минусинска. Для них экскурсия по учреждению, рассказ об истории становления спецназа, а также возможность потрогать руками настоящее оружие. Расспросить о дальности и меткости, о частоте использования на работе, разглядеть в деталях снайперские винтовки, автоматы, пулеметы и даже гранатометы. Все понимают, как у нас встроена мушка цели, как мы должны сводить. Буква «Ша» вот у нас нарисована. Я еще стрелял. Ну вот, тем более, здесь сейчас ты должен вообще одни десятки выбивать. Смотрим, как это работает. Вот, свели мушку с целиком. Произвели выстрел. Выйти на ринг с бойцами спецназа – такое под силу только смелым и отважным мальчишкам. Боевые приемы под дзюдо, самбо, рукопашному бою – программа показательных выступлений силовиков. Базовые приемы для борьбы с самбо. Когда я завершил свою рабочую миссию, я хотел бы пойти в спецназ, потому что тут интересно, становится мужественней и защищает свою родину. Мне здесь очень понравилось, особенно оружие. Я немного с игр знаю некоторые оружия, и подержать их вживую, это было для меня очень интересно. Также я уже стрелял с настоящего оружия, глокам. Мне тоже очень понравилось. А здесь лазерный тир, он очень хороший. Важна военно-патриотическая работа с подрастающим поколением. Соответственно, вот наш отряд регулярно в течение года мы ведем вот эту военно-патриотическую работу. Мы проводим такие мероприятия, как зорницы, проводим дни открытых дверей, так называемые уроки мужества. Выезжаем к детям там, где они учатся, либо занимаются, к нам приглашаем в гости, проводим тренировки на нашей базе, либо проводим занятия с ними там, где они учатся, занимаемся. Эмоции, впечатления, у мальчишек горят глаза. Обсудить что точно есть. И не просто за чаем, а за тарелкой горячей каши из настоящей полевой кухни. Надежда Савельева, Андрей Аралов, новости.